доме номер 10 на улице Вишневая вовсю идет ремонт общих помещений по программе губернатора Подмосковья «Мой подъезд». Оценил качество работ председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. Вместе со специалистами обошли все подъезды, зафиксировали недочеты и выслушали мнение горожан. Она у вас будет вся облезлая, будет... Ну, не будет, она будет расчищаться. Ну, как она расчищаться будет? Она вон у вас упирается в стену. Затем состоялась встреча жителей с представителями коммунальных служб. Горожане смогли задать интересующие вопросы и затронуть актуальные темы. По словам самих жителей, взаимодействие с профильными организациями при помощи депутатов позволяет решать важные вопросы быстрее, чем раньше. В ходе проведения комплексного благоустройства территории был произведен разуклон таким образом, что вода стала скапливаться возле одного из подъездов. Представителями коммунальных служб, с учетом мнения жителей, были предложены несколько вариантов решения данного недочета, и было определено одно из решений, которое в кратчайшие сроки будет реализовано. Система, в рамках которой все работы выполняются с учетом пожеланий горожан, в Химках налажена по распоряжению главы Дмитрия Волошина. Это отражает принцип, озвученный губернатором Андреем Воробьевым: житель всегда прав.